that. Хуй знает. Можно ли что-то откопать? Холодильник стоит. А не, пизда холодильнику. Сомин мотик. Ну там палатка, все понятно, нахуй. Все пиздой. Был прилет. Первый наш блиндаж сгорел полностью. Провалилась крыша, все, что внутри сгорело. Дышать тяжело. Блять, выход. И вон там второй блиндаж наш был. Тоже все сгорело. Полностью, причем сгорело. Ну вот. Все продукты, вся еда. Естественно, блин. Все вещи. Генераторы, антенны. Бензопилы, выносы, все, что могло сгореть, сгорело. Причем вот эти вот 500 метров он прошел меньше, чем за 2 минуты огонь прошел. И полностью все выжег. Вот это был наш блиндаж, в котором мы жили. Тоже вспыхнул, как спичка буквально вспыхнул. Все, что внутри было, все, что не успели вытащить, все сгорело. Он там до сих пор пылает. Идти даже страшно. Все горячее, еще эти мушки. Такая температура была, плавилась все вообще. Все, что осталось от наших вещей, блин. Это вот. Вот здесь кухня. Была такой небольшой складик у нас. Которого больше нет. Ну, фляга целая, хоть что-то. Ну и лопата целая. Что живем. Здесь все сгорело, выгорело. Тут тоже все сгорело полностью. Вот. Генераторы наши, которые сгорели. Газовый баллон, кстати, не взорвался, даже новый полный стоит. Вот такие дела. Вот наш блиндаж. Вот здесь баня была у нас. Баня сгорела. Душ вот он. Бочка вроде целая. Все иголки сгорели. Все, берем. Все горело. Вот здесь мы жили. Квадроцикл он, ребята, брали. Квадроцикл сгорел. Все. Все нажитое, непосильным трудом все сгорело. Был квадроцикл. Оу! Че, гад? Нормальный? Рабочий, рабочий или нет? Во, автомат, Макар автомат, смотрите. Сейчас, давай покажем. Пистик у него. Вот ему дать ему, без какой-то. Вот. Автоматик. Еще один найти и все нахуй пиздец. Один автомат, блядь. Приоритет, блядь. Вот такие вот. Вот такая вот у нас война с пожарами. А, у этого хуйня тоже можно найти. Кровати. А вон тут можно, вон тут зеленый. Вон розовый. Не, ну смотри, нет сетки. Может там что, вещи какие-нибудь? Вентилятор вот у нас. Телевизор у нас там был хороший. А ящик там какой-то должен быть. Ящик целый? Вон там ящик под кроватью был. Вон там он лежит. Вон ящик, вон. Пойдем посмотрим. Или ящик. Вот так вот вкладываешь деньги все.
труды. На смарку все. Ужас. Это мои берцы сгорели. А вот наши консервы. Вот они. Вот он был. Ящик из-под снарядов. Вот. Все консервы у нас сгорели. Пила он сгорел. Две пилы. Да. Трубы. Полный пиздец. Главное, чтобы нахуй, да? Блин, дашь. Фу, бля.